Всем привет, с вами Артур, и сегодня видео реставрация Fiat Spider 2000. Итак, начнем. Разбираю машину. Итак, машина разобрана. Начинаю ремонтировать поврежденные места. И начну я с капота. Первым делом я исправлю правую завесу. Ее уже ремонтировали, но хреновенько. Я вырезаю ее, равняю и привариваю обратно. Также надо подровнять внутренний усилитель капота. Убираю старую шпаклевку. Итак, старая шпаклевка удалена. Я так думаю, что при прошлом ремонте использовали саморезы. Я буду использовать споттер. Thank you.
Дырки от саморезов заливаю оловом. Итак, с внутренней частью капота я закончил. Теперь буду исправлять лицо капота. Здесь тоже я удаляю старую шпаклевку, потом отравняю при помощи спотера капот и в конце залью оловом. Прекрасно. Мелкие неровности выравниваю с помощью олова и обрабатываю его. И с капотом я закончил. Теперь выравниваю небольшие ямки на крыле. Теперь немного подровняю правое крыло и затем установлю капот. Передом я закончил. Теперь начинаю ремонт левой двери. Она плохо закрывается и цепляет крыло. Вопрос почему? Время узнать это. Снимаю дверь. Как видите, место крепления завесы сгнило. Это надо исправить. Теперь вырежу кусок. Нижнее крепление ржавое и сломан металл.
Верхнее крепление выглядит хуже. Этот кусок я заменю. Решил заменить только поврежденные места. Я измеряю расстояние между креплениями и записываю. И после этого я начинаю ремонт. Итак, с внутренней частью я закончил. Свариваю все обратно. Ремонт двери закончен. Убираю небольшую ржавчину с порогов, затем обрабатываю преобразователем и по концовке заливаю жидким герметиком. Устанавливаю дверь и выравниваю небольшую вмятину. Осталось сделать мелочи. Убираю небольшие участки ржавчины и заливаю их оловом. На этом этапе пока все. Отдаю машину на покраску.
Окрасочные работы затянулись надолго, но после нескольких месяцев машина вернулась ко мне после покраски. Собираю ее. Но сначала я обклею днище вибро и шумоизоляции. Желание клиента. Итак, работа с этой машиной закончена. Эта работа заняла много времени. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!